Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Клаус, владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север, в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Мира из будущего. Четырехлетний Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Так как младенец забирает все внимание мамы и папы, мальчик очень ревнует родителей к сестренке и часто прячется на заднем дворе, где растет волшебное семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплетаются настоящее, прошлое и будущее. «Дикая жизнь» – пронзительная история любви Джерри и Жанет. Это фильм о разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной движущей силой в нем остается любовь. Сердцеед. Красавица ловелас капитан Невиль, отправляясь в Австрию с армией Наполеона, клянется своей возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и сердце трепетной Полин разбито. Ее сестра Элизабет решает писать от имени Невиля, но сочиняя невероятные подвиги и в конце концов похоронив с почестями легендарного героя, она и не предполагает, что однажды вполне живой и далеко не идеальный Невиль вновь появится у них на пороге. Тайна дома с часами. Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!